Йоу, всем привет, с вами я, Рома, и сегодня я бы хотел с вами поделиться, наверное, своей самой крупной покупочкой на Black Russia. А играю я на сервере Indigo, и ты можешь скачать игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры без вирусов и багов. При регистрации вводи мой ник Роман Виндетта и один из лучших промокодов на сервере хэштег Виндетта. За это все ты получишь 15 000 рублей. И поможешь и себе на старте, и мне. Желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. Погнали! Сначала расскажу вам небольшую предысторию о покупке этого бизнеса перед тем, как это уже произойдет. Владельцем среднего салона является Лев Кент. Кто играет на Indigo, наверняка слышал о нем. Мы очень долго не могли провести, так сказать, с ним сделку, если это так можно назвать, и игра все-таки. Но спустя пару месяцев мы все же договорились и пришли к тому, что салон перейдет ко мне за достаточно маленькие по меркам экономики Indigo деньги – 270 миллионов рублей. Изначальная цена была около 600 миллионов, вы понимаете, это больше полумиллиарда. И я даже собирался продавать свою строительную компанию, потому что салон – бизнес попроще, и это самый простой пассивный доход. Но в итоге с течением времени Лев начал потихоньку скидывать цену, и так как мы с ним долго разговаривали, отдал мне этот салон всего за 270 миллионов. Вообще в игре это очень солидная сумма, но для такого салона с очень достойной финкой я считаю вполне низкая цена по нашей экономике. Откуда деньги, спросите вы меня? Многим интересно, как я зарабатываю и по сей день. На самом деле все очень просто, это финка со строительной компании и рефералки. Но этого все равно мало, поэтому мы собирали эти деньги с Амином как могли. Продавали бизнесы, сливали тачки, и наконец эта сумма оказалась у меня на руках. Я встретился у семейного особняка со Львом, и мы поехали с ним до среднего автосалона. И вот оно, заветное предложение, после которого я потрачу все наши деньги, но зато отобью их в будущем очень быстро. Благодарим Кентика за бизнес, говорим ему огромное спасибо, и теперь можно уже посмотреть нутро этого бизнеса, так сказать. Но перед этим нужно сразу оплатить автосалон на 30 дней. Благо у меня есть випка, и на месяц я могу про это забыть. Прописываем команду /business, и вот оно то, ради чего мы все тут собрались. Как мы видим, тут по продуктам full, и их не надо пополнять, они просто всегда на максимум, что максимально облегчает этот бизнес, и за ним даже почти не нужно следить. Изменяю стоимость продукта на самую дешевую, чтобы каждый из вас мог прикупить себе тут машинки подешевле, хотя, по-моему, ничего не меняется в госценах на авто, если я не ошибаюсь. И теперь заветная финка. Прибыль в данном бизнесе составляет примерно от 1,5 к до 3 миллионов в день, что вполне отлично, ведь все вся эта финка выходит чистыми, а не как, например, в той же строительной компании. Все улучшения тут куплены, я даже и не удивлен, для владельцев салонов купить эти улучшения сущие копейки. Теперь же я зарабатываю на Indigo около 6 миллионов в день чистыми, что вполне будет хватать на топовый контент. Но я не собираюсь на этом останавливаться в плане бизнесов, и постепенно, надеюсь, я прикуплю еще что-то интересное. Почаще заглядывайте сюда и покупайте новые топовые тачки. А что касается финки, то она тут может подлететь, когда добавляют новые тачки на сервер в обновлении, именно в средний класс. Тогда тут может выйти и до 10 миллионов за день, я думаю. Но это бывает очень редко. А на этом все. Если понравилось видео, не забывай ставить лайк и подписываться на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. И обязательно напиши в комментариях, был ли у тебя бизнес на Black Russia, и если да, то какой и сколько он приносил. А я с вами не прощаюсь, можете посмотреть еще кучу крутых видео в конечной заставке. Удачи!
Thank you.